Всем добрый день. Вот это заправочка Циркли К что-то. Но я вчера не здесь стал. Я вчера стоял вот там. Вот 20 метров. Вот за этот литовский красный прицеп стоит. Вот на этой. Вот здесь не было места, а здесь было. А чё переехал? Здесь смотрю, 45-ку все равно у нас не получается. 45 часов. Встал я вчера где-то в 12 часов вечера, а паром у меня в 7 завтра. Поэтому 45 никак не получится отстоять. А здесь вот на этой Wi-Fi есть. Ну, думаю, перееду. И это, буду воровать. Я ж люблю Wi-Fi воровать. И что вы думаете, вот сколько здесь заправки? 20 метров. Все, здесь уже не тянет. Вот если пойти на телефон, там словить, сюда прийти, то еще, ну так, еле-еле. Но вот там пытался поймать никак. Не тянет Wi-Fi. Поэтому, ну что, переезжал, то зря. Ну ладно, там 4,5 евро. А здесь бесплатно. Как мне вчера сказали, в Литве, особенно в Клайпеде, чтоб слили солярку, да не в жизнь, говорит. Я говорю, что-то наоборот, по-моему, такое слышал. Может, что-то поменялось? Может, здесь в Клайпеде взяли за это дело серьезно там? Потому что так-то я знаю, попробуй ты в Литве где-нибудь стань на неохраняемой. Ну, сколько случаев во всяком случае. Я же не говорю, что это поголовно, но случаев очень много. Здесь вот сказали так. Ну вот там я переночевал, никаких вопросов. Здесь вот пацаны ночевали. Вон они еще сзади стоят. Вот вчера еще которые стояли. Белорусские магнумы контейнера ждут. Ну здесь вот все напротив. Вот прямо камеры. Короче, я сюда перебрался. Пойду сейчас в город схожу, наверное. Купим симку литовскую. Я так посмотрел, Теле 2, вроде бы ничего так. Жалко тратить роуминг, Wi-Fi свой. Ну, и не Wi-Fi, а роуминг. Я уже свой французский весь съел. Дердом. Сука, время. Время 12. Там бардак, сейчас наведу порядок. Еще как с Минска выехал, вчера только расстелился и все. Порядок не наводил, еще сегодня спал тут почти до обеда. В общем, будем сейчас тут заниматься делом. Вот так вот мы будем до завтра стоять. А нам вот туда, вон там он дальше светофор, вон краны. Вот там наш порт. Пойдем, пройдемся, но сильно далеко никуда надолго не будем уходить. Все равно не знаю почему, но ну стремноватенько. Я посмотрел вот сейчас на светофоре, туда направо, вон те здания. Мы 100% я тогда на этой заправке стоял. Потому что мы потом поехали грузиться только не вот туда, куда я поеду, прямо. А там, куда я не прямо проезжать, а я уезжал налево. Там контейнера, вот все дела, вот они в той стороне. Вот мы там, корабль пришел, мы там с корабля прямо грузили с Китая. И вот там сейчас магазин будет большой, 100%. Вот мы туда ходили. Вот пойдем туда сходим. Я там видел салон Теле 2. Посмотрю, куплю симку литовскую. Лишней не будет. Пару часиков походим, вернемся назад. Короче, в салон Теле 2 зашел. Сказали, что у них нету. Вот подсказала, какую надо купить. Стоит 5 евро. Вроде бы здесь интернет безлимитный. Но это на неделю. Но мне, в принципе, больше и не надо. Это мы в максимум попали. Здрасте. Пойдем тогда сейчас.
уже прикупим здесь чего-нибудь. Добавим. Я хотя там колбаски завез и сало завез контрабандой. Заныкал в холодильник. И жалко было дома оставались или выбрасывать. В общем, пойдем притаримся. Потом выйду, скажу, чего по ценам. Ну, тут евро все уже. Или две уже. Все по евро. За евро, вернее. О, арбузик. Может, арбузика взять себе? 80 центов. Вот этот вот пол арбуза 4 евро. Ого. Хотя, в принципе, 10 рублей нашими. Не так уж и много. Еще вот получается 5 евро килограмм. Здесь чуть больше. Как раз. Нормально, колбаса есть. Сейчас еще вот этого мяска возьмем. Еще чего-нибудь. И в принципе и нормально будет. Каких сосисок может взять. А, это для хот-догов. А, вот. Ага. 2,29, 6 сосисок. Нет, спасибо, не надо. Убойный отдел тут тоже такой, серьезный. Всякая тут всячина. О, наша белорусская есть. По-моему. Нет, это украинская. Российская есть, зеленая марка. А где белорусская? Вон зубровка. Все. Присутствуем на литовском рынке. Мерная украинская водка. Кстати, скажу, довольно-таки недорого. Что-то во Франции вот такое, помню, скотч виски вот такой стоил в районе 18 евросов, а здесь 12 всего. А, там, наверное, литровый был. Литровый 17. Джим Бим 20. Джек Дэниелс 19. Литр 27. Ну, в общем-то, так. Довольно-таки на это дело цены демократичные. Так, ладно. Нам тут делать нечего. Пошли дальше. О, а что у нас с кофе? Ух, нормально. Якобс 5 евро. Огонь. В Германии сейчас стоит 7. Возьмем пачечку. Машину. Одного майера нету. Нет Долмайера. А есть Долмайер. О, Долмайер 6. Ну, тоже, в общем-то, недорого. Но я брать не буду. Мне стоп не надо. Ну, все. Чудно время провели. Всю симку нашел, вставил. 7 дней. Безлимитные гигабайты. Мне больше не надо. 5 евро. Такой пакетик. Немножко на 20 евриков подзатарились. Можно идти обедать. Правда, немерено, поэтому пойдем кушать машину.
пройти минут 10. Вон туда. Сходил сюда вот опять к ним в офис. Девчонка вышла молоденькая. Никсерштейн по-русски. English? Думаю, пойду узнаю, во сколько тут завтра, еще какая регистрация, как, что. Какой план действий. Она говорит, 18 часов сюда приезжать. Вот площадка у них здесь. Вот этот ТТ-лайн. А порт вот туда. Потом отсюда вот туда, прямо вот по этой дорожке в порт заезжаешь. Грузиться на паром. Во сколько сюда приезжать? Ну, пойду узнаю. Делать все равно нечего. Сходил, узнал. А вот хочу вам показать. Вот видите, коллега приехал на скамейке. Местные перевозки. Что он везет? 4 бетонные плиты. Видите, сколько ремней? 10 штук. Каких 10? 12 ремней навязано. По месту, я уверен, что он по месту возит. Он же не вез их там за 2000 километров. Но он их и привязал. И привязал, видите, как? Каких? 5, 4, 9 и 4. 13 ремней. Вот. 100%, что никуда они не денутся. Так вот. Не надеется человек на наш авось. А все это дело привязывает. А тут таможня. Таможня. Вот еще стоянка какая-то. Ну, я, в общем, там нормально стою. Поэтому все. И вот туда будем завтра заезжать. Теперь пошли обедать. О, время 3 часа. Время обеда. Пойдем обедать. Можно и подремать потом. Больше суток у нас еще в запасе. Сегодня у нас на обед будет борщ. Но не с пампушками, а с салом. Баллон с этой стороны поставил. С той стороны заправка, чтобы не светиться сильно с баллоном. Сейчас подогреем. Чаек, как обычно, закипает уже. Салка порезана. О! Здесь все на камерах. А, с этой стороны нет. Ну, нам еще одну ночь переночевать. Здесь. Я думаю, все будет хорошо. А, огонь. Все. Приятного нам аппетита. Одни идут, другой машет, проезжай. Поэтому опять проедем мы через нашу заправку, где мы первую ночь стояли, а так стояли мы вон там. Нормально, вот я вам скажу, полтора суток у меня новая симка отработала. YouTube вообще не выключался, два видео я залил, то есть на 7 дней без лимит, 5 евро. О! Торопимся. Все равно не успеваем.
поеду пораньше. Все-таки первый раз, ничего не знакомо, куда, чего, зачем, какие правила. По идее, мой паром уже должен прийти, выгружаться там. Вон уже машины стоят, видите, да? Вон уже на территории. Опа, и мы на красный свет попали. Подождем. А так, вон, видите, уже стоят. Вон Гиртека стоит. Я думаю, мы в Гиртеке все разузнаем, как нам там транзитом проскочить. Швеции. А вон наш паровоз едет. Фига себе, какой он длинный. Тоже рано включают. Еще километр был до него, он уже заморгал красненьким. О, Беларусь-Калий. Пошел, смотрите. Вот сейчас наше удобрение в порт и за кордон. Ой, один сплошной Беларусь-Калий, ничего себе. Класс. Надо это дело сфоткать. Хорошо видно было. Один Беларусь-Калий. Целый состав. Вот так вот. Пойдет сейчас наша соль. Так, ну что ты, погаснешь сразу? Или будешь моргать еще, пока он до Швеции не доедет? Сейчас вот сюда направо заруливаем, подойдем к пацанам с Гиртеки, все спросим, может быть, и они даже туда идут, на Германию. В общем, сейчас все разузнаем. Вот тут было фишками все огорожено. Вот здесь направо, когда я приехал. Сейчас все открыто. Отлично. Ну, у нас тут и Украина есть. Надо сюда. Куда нам становиться? Так это. Вот, им уже. Они уже даже получили такие штуки, я смотрю, специальные. Трелеборг. Сейчас и мы, наверное, такие получим. Паркуемся и потом вот сюда пойдем, сходим. Тут что так, все равно против солнца стоять. Ну, вот здесь станем. Пойдем регистрироваться. Вон еще заходят. Так что, думаю, мы разберемся. Подскажут, куда нам там. Нет, да тут-то не важно. Мне главное там, это интересно.
в этом Германии. Ну, разузнаем. А сейчас пошли на регистрацию. Все, братцы, мы зарегистрировались. Все элементарно и просто. Табло такое большое. И там все данные свои вводишь. На русском языке там можно выбрать. То вообще классно получается. Я иду через Швецию, паром идет через Швецию, но пересадку делать я не буду. Я этим же паромом дойду до Травемюнде. Вот, видите, я получил вот такую вот бумажку. Сейчас мы ее вот сюда на стекло. А вот мой билет. Это нужно будет считывать, когда будем заезжать в сам порт. То есть тут, как вот я у пацанов спросил, они говорят, что вот, блин, опять-то, что это? Вот какой-то один пересаживаться не надо. Вот я на него попал. То есть я прямо приду в Германию, ну, зайдем в Швецию в порт, посмотрим на шведский порт. Как это он? Трелеборг. Гиртека, пацаны, они на Трелеборг стоят. У них, видите, Трелеборг, он еще литовский, машинка пришла. У них у всех Трелеборг. Я говорю, что заезжать? Нет. Некоторые, как все начнут заезжать, так, говорит, и заезжать. Отлично. Ждем тогда отмашки. И потом вот туда поедем. Что-то мне подсказывает, что пошла выгрузка парома. Вот машины стали одна за одной выходить. А здесь все, видите, все забили бусами, легковыми. Всю стоянку заставили. Вон они все легковые. Это все туда на паром, на погрузку, колейка. Грузовиков, я вам скажу, практически-то и нету. Все в основном вот легковые. Вот сколько здесь стоит? Вот две гиртеки, вот литовец третий, я четвертый. И вот пятый. Все, и вон голова. Пока больше ни одной машины грузовой не пришло. Или есть еще. Это Украина, он не на паром. Я больше никого и не вижу. Посмотрим, когда будем грузиться, что будет. Вот этих много, вот бусиков. Вот еще, видите, подъезжают. Вот за легковыми машинами. И так вот легковых. На шведских номерах много легковых. Посмотрим, что тут дальше будет. Маленькие вон пошли заезжать уже туда, внутрь. Потихоньку пошел движняк. Через час уже отплытие. Ну, пока стоим. Ну, честно скажу, вот так никого и не прибавилось. Не знаю, это весь грузовой состав, маленьких очень много, а грузовиков, вот мы как в пятером стояли, плюс вот эта голова, так мы и остались. Ждем, когда нас позовут. Не знаю, вон гиртека поехала уже. Надо, наверное, и нам как-то пробовать среди маленьких здесь прощемиться. Пошли. Наверное, и мы пойдем. Сейчас маленькие тут опять заткнут дырочку. Норвежцы, немцы. Пошли, и мы пошли. Надо же на кого-то на хвосте висеть. Нет, этот вот у него нету, который на тягаче. Нету грузовиков больше, я не знаю. Вот, ну, вот пятеро. Вот две гиртеки, вот литовец. Сзади меня литовская машинка и я.
будет делать. Вот, шлагбаум закрылся. К этому считывателю надо приложить. О, поднимается. Вот этим, наверное, штрих-кодом. Сейчас посмотрим, что подскажут. Газку, чтобы знать, куда ехать. Я на пароме ходил, говорю, 3 раза за всю свою жизнь. Адлер, Новороссийск, Адлер. Больше я на пароме не бывал. Тут, в принципе, все по указателям. Написано паром прямо. Мешки, которые тоже очень похожи на нашу соль. Ну, если столько машин, так что тут нас грузить-то? Делов-то. Что мы отойдем вовремя. Сейчас 5 минут 8, 19:55 у нас как бы бытие в открытое море. Надеюсь, мы правильно едем. Мы за коллегой. Я думаю, он знает, куда ехать. Я не знаю. Потом надо будет разбираться, что тут места, кабин 3014, это, наверное, места мои, что ли. С кем нас поселят в каюте. А вон и наш паром. Объехать вот сюда, вот первому приехать. Ага. Паркует еще пока. Да, еще разгружается. Поэтому они пока паркуют. Вот он, это лайн. Он еще пока разгружается. Вот он, наш паром. Идет выгрузка с него сейчас, в данный момент. Мы паркуемся. Мне сказал с правой стороны. Мне сказал вот сюда становиться, на свободное место.
ждем пока. Пошла жара, пошли маленькие на погрузку. Значит, и мы сейчас поедем. Я так и предполагал, что так как мы в Германию, нас загонят в самый внутрь. Подальше, поглубже. Чтобы, наверное, мы не выезжали потом или что. Короче, не знаю. Заезжаем, в общем. Понял. А, тут уже вон. Ага. Вижу. Нас наверх. На верхнюю палубу. Дальше наверх. На самый-самый верх нас, друзья, загоняют. Дырочку запихивает. Ну все верно. Здесь нас поставят, и до Германии никто нас не будет трогать. Отбиваем точки, вот паром поезд. Глушим авто. Пошли искать каюту. Тут они, наверное, как-то потом это все дело будут укреплять каким-то образом, подкатывать эти всякие штуки тут под колеса. Я не знаю, как все это будет делаться, но сам факт. Да, видите, загнали нас в самый конец, потому что
Потому что, чтобы нас уже не дергать, мы идем до Германии. Пошли, забираем вещи, пойдем каюту искать. Короче, мы на третьей палубе. У нас номер 3014, каюта вернее. Стоят зорька. 17, 16, 15, 14. О. Фига себе. Фига себе. Я так понимаю, двухместный. Или одноместный. Здрасте. Это чё? Нет, всё-таки двухместный. Ну, я так понимаю, мы занимаем нижнюю койку. Ну, вот такой у нас тут кабинет. Огонь. Туалет. Душ. А Wi-Fi? Ладно, с Wi-Fi разберемся потом. Ну, вот такая у нас кабина. Ой, кабина. Каюта. Пойдем наверх. Здраво, маска. Что, мы уже отходим? Мы на палубе. Шлюпки какие. Высоко. Тут ресторан, я уже посмотрел, все, время работы во сколько, но это чуть попозже засниму уже. Время у нас для этого будет. А, ну, в общем, да мы здесь заезжали на верхнюю палубу. Еще можно на самый верх попасть. Пойдем туда сходим. Нет, наверх ты не попадешь. Там рубка капитана. Все дела. Вот так. Заснимем военные суда. Еще идет погрузка. Вид на Клайпеду с высоты парома. Я, конечно, в джинсах приперся, может быть, зря. Я тут думаю, тут в машину выход без проблем. Можно выйти. Тем более она у меня так стоит хорошо. Если что, сходить шорты одеть. Я фиг его знает, как тут одеться. В море, может, и будет не жарко на палубе сидеть. Осталось один вопрос. С Wi-Fi выяснить. Что тут да как. Кстати, мы с высоты палубы стоим. Туда дальше тоже прохода нет. О, шары воздушные, вон два штуки, видите, парят над Клайпедой. Ждем, когда начнем отходить, пока к нам никого не припарковали. Вот тут вот эти вот бусики, эти голландские, они тоже, видно, в Германию идут. Им дешевле паромом, чем своим ходом.
Все, отходим. Скидывают канаты. Пошли в открытое море. И вон еще один. Но уже вот отсюда отчаливаем. Помогает или что? Буксир этот толкает. Или он нас разворачивает? Ты что, у нас разворачиваешь? Все. Покидаем Литовский берег. Выходим в открытое море. Там судов вон на рейде. Мерено-немерено. Короче, в каюте я один, никого нет больше, и это радует. Только с Wi-Fi что-то беда, никак не могу разобраться. Вроде покупать надо. Я думаю, ничего страшного, если мы сутки пробудем без Wi-Fi. Ну что, с Богом, пошли в море.
наверное, что-то помогает немножко. Или это? Нет. Это он, видите, это он тут кого-то забирал. Давай, давай, удачи. А, это они кого-то забирали. Круто. На ходу прямо. Это, наверное, кто-то вот, кто выводит. Это этот. Лоцман или как он там правильно называется? Пилот, короче. Вот он выводит, видно, судно, видно, этот паром. Уже в открытое море. Ну, а дальше все, мы уже сами. Там впереди еще один паром чешет. Ну что, погнали? Сейчас все равно стемнеет. Сейчас спать пойдем. Вот, видите, ужин идут с 18.30 до 20.30. Обед, завтрак с 7 до 9. Обед с 11 до 12.30. Ну, сегодня-то мы уже, понятно, не успели никуда. Хотя вот люди кушали, я смотрю. Тут, наверное, понимаю, за деньги можно пойти поесть. Я сейчас пойду в машину спущусь, колбасы себе отрежу. Перекушу, я так понимаю, тут без проблем можно в машину зайти. Вот такой ресторанчик здесь. А утром с 7 до 9 придем, посмотрим. Так, мы на 5-й палубе, по-моему. Выход к машине — это 5-я палуба. Или не палуба. Короче, я не знаю. Стоп. Нет. А где-то я тут? Нет, стоп. Как-то я не помню тут попасть. Оп. Пропустим дамочку. Так, это лифт. А как мне к машине выйти? Сейчас разберемся. Нет, к машине не выйдешь. Видите, закрыто. Надо код вводить специальный. К машине не выйдешь. Пойдем, может, тогда за деньги поедим. Или что мы будем делать? Сейчас подумаем. Правильно, с другой стороны, нечего по палубам шляться. Магазин, можно алкоголь купить. Нормально так, вискарик 26,5 евро, 34 евро. Водочка почем? Двадцаточка, 23,5. Ну, Ельцин дешевле, 16,5. Нормальный такой ценничек. Вино, пиво. Ну, всякая всячина. Байку можно приобрести. Почем байка? Нету. Цена вот здесь. Ой-ой-ой. Короче, пойду я в ресторан схожу, посмотрю, что там да как. А нет, так пойдем спать, голодные. Зря воды не взял с собой. Что тут, почем водичка? Она тоже денег стоит. Не дешевеньких. Ой, что-то не подумал. Короче, тут по-польски есть, слава богу. Супчик скушать здесь. 6,50 евро стоит. Гуляшоу.
Больше он стоит 2 евро. Скушать вот шницель с салатом с фритками, либо салат с картошкой. Короче, 12 евро. Покушать. Не знаю. 12 евро. 1000 рублей. Поужинать. Я думаю, может быть, мы и голодные переночуем. Что жалко. Жаба меня дает 12 евро отдать.